такого же трюка мне прям очень интересно тут узнать. Ой, и парочка партнеры, я так понимаю, пытался делать в обратную сторону фанбокса. Брайкотрин на развороте, как я и обещал. Эти ребята, это все на всю кажущуюся простоту и звание новичков, они совсем не новички, они катаются уже прямо как практически профессионалы. Так, Грэпчик у нас через уголочек, даунсайдинг. Еще один Грэпчик пытался сделать, чуть-чуть ручка не дотянулся, но я думаю, это не страшно, ведь времени у тебя еще целых 20 секунд, вполне успеешь дотянуться там, где круги здесь наделать, там ножку поставить. Вот теперь уже стоит начать целоваться, осталось 15 секунд. Пар твистик через уголок и финальная парочка секунд для Тревичка в контре. Нет, еще пара секунд здесь, еще пара секунд. 4 секунды, 3, 2, 1 и трюк есть только вот прямо сейчас. О, и красавчик был, кто успел выбраться. Молодец, отлично.